Что-то сегодня утро было недоброе. Ну, конкретно здесь, в нашем районе, было слышно два взрыва. А вообще все утро по всей Украине. Читаешь новости, там взрыв, там взрыв, там взрыв, там взрыв. Что-то атака на всю страну. У нас в городе у большинства пропал свет. Также за этим вода начинает пропадать. Мне сегодня надо было идти по делам, но мы созвонились, пообщались, перенесли на другой день. Так что сегодня сижу дома. Даже на балкон нос боюсь показать. Там мало ли что будет лететь, и осколки, или взрыв какой-то, а я тут на балконе. Так что лучше зайти в комнату и сидеть тут. У меня дома есть чем заняться. Мне дома никогда не скучно, как некоторые. Ой, мы на работу, нам дома скучно. Мне лично дома никогда не скучно. Мне всегда есть чем заняться. А сесть, руки на коленях сложить, я еще успею, когда буду уже совсем старенькая. Наварила ухи. Или ладно, ладно, успокою вас, это не уха, это рыбный суп. А то я смотрю, там некоторые прям падают от слов уха. Я знаю, всегда спокон веков суп с рыбой назывался уха. А то, что уха бывает разная, ну, согласитесь, правильно? На костре, о, я когда-то ела на костре, слушайте, это так вкусно. Вот рыба только словленная. Ну, у меня не только словленная. Тут у меня и... Я сортов не знаю. В общем, обыкновенная какая-то белая рыба была. И еще и красная голова красной рыбы была. Вот. Делаю я всегда все супы густо, чтобы они были густые. Потому что как-то одну юшку хлебать не хочется. Ой, как же... Во-первых, пахнет. Я так думаю, мне там, наверное, сейчас все соседи завидуют. Я уже попробовала, но он горячий. Сейчас пойду развеюсь, а потом приду поем. Он немножко настоится, остынет, потому что горячий не хочется. Вот чудесным образом меня перенесло на пляж. Слушайте, съемку делаю, наверное, уже 10-й раз. То началось снимать мужчина какой-то. А вы снимаете, да? То какой-то мальчик прям в кадр нырнул, и прям попа его кверху. Думаю, да что это такое? Да вы что, специально издеваетесь или что? Не, главное, на пляже, вот посмотрите, никого нет. Я, можно сказать, одна. И обязательно кому-то. Вот, понимаете, надо обязательно вот человеку влезть ко мне в кадр и посветить своей пятой точкой. Ой, водичка прохладная. Так, я вам скажу, вода чистая. Вода чистая. Как слеза младенца. Честно я вам скажу. Водичка чистючая. Ой, пальцы мои лезут. Пальцы лезут. Вода чистая. Честное, честное слово. Такой день сегодня какой-то, знаете, напряженный. То, что новости читаю, что где по Украине происходит. Ну, хоть к вечеру вот этого, знаете, на речку выехать, и то хорошо.
Ухайте собаки. Бубаки. Тоже в воде купаются. Какой у нас красивый город. Я не знаю, я так люблю свой город. Мне все нравится. Проспекты, улицы, переулки, парки, скверы. Конечно, очень многое хочется, чтобы в порядке были. Знаете, как вот у себя в квартире. Нам же хочется навести порядок, сделать ремонтик. Новые занавесочки, новую скатерочку, новую посуду. Так и в городе хочется, чтобы был асфальт везде, чтобы все парки были причесаны, чтобы побольше строилось новых красивых домов. Девочка с ведром, по-моему, она рыбок ловит. Там такие тоненькие плавают рыбочки. Она, наверное, пытается ведром их поймать. Вот действительно, как хорошо, что такая есть возможность приехать на реку и вот так вот отдохнуть, насладиться. Не надо куда-то, знаете, там за сколько-то километров куда-то там выискивать. Тем более сейчас особо никуда не поедешь. Ну что, вечер, день и вечер. Вроде неплохо. Утром, конечно, всю нашу страну поколыхало. Но сейчас все должно быть хорошо. Всем мира, всем добра, спокойствия, терпения, выдержки и немножечко уважения друг к другу. Масенький зяйка. Зяйчик маленький. Ёжик. Я слышу, шуршит что-то. Лапочка. Какой ты хороший. Живешь ты тут, да? Ты маленький. Даже мне страшно. Вы на меня фонариком светите, да? Ну ты мой хороший какой. И ты какой хороший. Лапулечка. Вот так вот, в парке ёжики. Такой лапочка холёсик. Тебя потрогать можно? Сейчас начнёт гудеть. Ты гудеть будешь? Ты съёжился. Да. Ты лапочка такая. Там носик такой. Там такой носик. Всё сложился. Ты хороший какой. Кто тебя не обидит? Ты что? Мы тебя не обидим. Ты хороший. Ну все, оставайся, живи тут. Твой домик тут. Оставайся. Все, уходим. Уходим, малыш, уходим.